Важная информация для тех, кто едет в Украину на машине. Мытное оформление у белорусском пункте пропуску «Новая Гута» ускладнено. С украинского боку у Новых Ярыловичах мясцовые жихары заблоковали дорогу. За полночь рух грузовых автомобилей припынены. У мытном комитете рекомендуют уличивать эту информацию при пересечении мяжи. Пункт пропуску «Новая Гута» працуе у нештатном режиме. На дорозе дежурать специальные мобильные группы, которые заход где попереживают водителей об становище и пропонуют альтернативные маршруты. Сачить за ситуацией можно на официальном сайте Державного пограничного комитета.